Всем доброе утро. Вообще-то я как бабушка выгляжу, уж извините. Так, нет. Надо исправить. Итак, всем доброе утро. Добро пожаловать на мой канал. Как и обещала, сегодня будет распаковка. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby, it's haunting me. Упаковка. Итак, я вооружилась. Вот эти штуки я люблю для писем, прям вот, прям прелесть. Вот это очень опасное, но очень. Итак, посылочка моя. Вот она. Будем ее сейчас открывать вместе. Как видите, она еще даже не тронута. Итак. Вы помните, да? Это фирма Enel. Я буду похудежки делать. Вы... Можно вас убрать с камеры? Только, пожалуйста, не подставляй жопу. Только не жопу. Мои зрители этого не заслуживают. Ну, у нее свои видения на сценарий. Итак, открываем. Так, в двух словах, да, кто не в курсе, в моем видео «Болташки за рулем» я говорила о том, что монтируя свои видео из Турции, я просто, ну, грубо говоря, материться нельзя на ютубе, да, хотя многие матерятся. А, особенно вид сзади, боже мой, это спина, елочка, пузо, и этот шкаф надо было себя любить, чтобы я этого не заметила. Ну ладно, я... понимали, я, конечно, знаю, что у меня лишний вес, конечно, знаю. Мне там уже одна мадам писала под одним видео. Боже, нет, я как раз делала сырную тарелку для своих коллег по работе. Просто показала, как я делаю сырную тарелку, которую я взяла на работу, где у меня 12 коллег, которые прекрасно попили чай. И мне там одна мадам, на аватарке у которой, кстати, стояла стройняшка, канал назывался, что там здоровое питание, сказала: боже, если вы так питаетесь, неудивительно, что у вас столько лишнего веса. Девушка, у меня тоже есть зеркало дома, спасибо, до свидания, кушать раздели. Вот, но действительно, блин, что-то я, ой, я вот это вижу, вы знаете, что я думаю? Я думаю, это кукурузные палочки, я уже хочу жрать. Держись. Итак, высыпаем. О, кошкам сегодня радость. Уже побежали. Итак, как я уже говорила, я видела у блогеров, на которых я подписана, очень их люблю, обоих, Катя и Дима Медовы. Привет, если вы меня вдруг из миллиона подписчиков увидите, услышите. Так вот, у них я и увидела этот шикарный процесс похудения Катерины. Она не была толстая, нет, это совсем другое, но какая она стала изящная, какая точеная, какая кожа у нее стала, какие... Уф, вот, хочу-хочу-хочу называется. Итак, ага, это... Буду изучать это вместе с вами, потому что я еще понятия не имею всех этих продуктов. Это было мне посоветовано, потому что это поднимает энергию. Биодрон. Сейчас мы с вами это разберем обязательно. Ой, выглядит как... Так. Затем, как я уже говорила в предыдущем видео, я купила два коктейля. Говорилось, что один коктейль это примерно 15-20 порций. Ой, я же не наелась. Я взяла два. Да нет, просто на дольше хватит. А, вот, я всегда думала, что я капучино взяла, оказывается, я взяла кофе. Ну, естественно, кофе. Нет, девки, я обязательно прямо вместе с вами это дело распакую и понюхаю. Все новенькое. Так, петелька. Пахнет вот как банку кофе, когда открываешь. О, там стаканчик есть, я уже его вижу. Кошка с ума сходит вот с этими штуками. Кину ей еще пару штук. Все, теперь разорвет бедную.
Так, здесь есть мерочный стаканчик. Вот. Все на месте. Потом почитаем, сколько надо водички или обезжиренного молока, или сок, или что. В общем, все узнаем. Так, это один у нас вкус. Шоколад. И второй вкус. Что же может быть еще у Оксаны за второй вкус? Курица. Chicken flour. Так, я даже боюсь нюхать. Сейчас, наверное, схвачу эту ложку и начну его жрать. Я очень надеюсь, что это вкусно, потому что мне одна девочка, которая уже понимала, она сказала, слушай, мне не пошло курица, я лучше вот капучинка там и все. А я подумала, что я на сладком не выдержу. Еще мне пахнет шоколадом. С лохматим. Не знаете, чем пахнет? Кукурузой, что ли? На вкус как бульончики. Кнор, маги. Кто там что знает. Так, бусечка, пожалуйста, подожди. Потом так будешь, ладно? А, унюхала, да? На кошках, кстати, проверяют колбасу, чтобы вы понимали. Если кошка колбасу эту не жрет, и вам не советую, вот я уже вся в курином коктейле. То есть ее не обманешь, понимаете? Так, шел еще. Вот такой чудесный стаканчик. Вон, мне подарили чего-то тут. Сейчас разберемся. Так, стакашка. У меня, как у настоящего блогера, все под рукой. Стаканчик. Шуршу, да? Где-то микрофон. Той же фирмы. Очень прекрасный розовый для девочек, для девочек. Ну, вот так. Ой. Очень приятненький. Можно было на сайте выбрать. Синий, зеленый, салатовый, черный. Белашечка. Она, видимо, просто... А, да, она, видимо, просто болтается в стакане, потому что она ни к чему не приделывается. Мы ее сейчас распакуем. Можно, конечно, и миксером, но в дороге не всегда миксер под рукой. Да, это простой. Бросается, наливается, закрывается обязательно, естественно, и сбивается. Так. Тут у меня на этом все. Естественно, самое важное. Счет. Счет, перепись, опись, протокол. Сдал, принял. Ага. Итак. Детокс. Ага. 40 капсул, которые надо принимать, видимо, по одной в день. Это я сейчас все разберусь и вам расскажу. Детокс — это всегда хорошо. Чем меньше грязи в нас, тем лучше нам. Итак, сейчас я сделаю маленькую паузу, приберусь здесь и расскажу вам, как их принимать. И когда мы начнем. И мы сейчас еще с вами взвесим меня и замерим. Итак, раз я в очках. Проходим, женщины, проходим. Здесь съемки ведутся. Мы здесь не ходим. Итак, очки, да? Все, я умная, приумная. Итак, я тут сейчас про этого товарища почитала. Биодрон. Итак, он у вас нормализует работу нервной системы и мозга. Баланс полезной флоры кишечника. Природный иммуномодулятор. Очищение от шлаков и токсинов. Регенерация клеток дермы. Ой, девочки, супер красоты. И доставка питательных веществ всем клеточкам. И самый естественный обмен веществ. В общем, об этой штуке, что самое интересное, это концентрированный комплекс гуминовых и фульвовых кислот. То есть это вообще источник витаминов. Бомба просто. Это все, что нужно нам
просто вот на клеточном уровне. То есть вот прям вот глубоко-глубоко. Ой, мамочка, прям у меня тоже стало. Ага. Вот. Получается, что эта штука, ну это просто как. Я бы его даже не дроном назвала. Ну хотя да, если он проникает глубоко-глубоко, далеко-далеко. Что-то мы очень говорим, как чистый дрон. Так что вот. Получается, здесь 28 капсул, каждая по 2 мл. Сейчас мы это все откроем. Но самое интересное, вот что я прочитала. Основные эффекты и действия этой штуки, да? Он запускает такие процессы организма, как, внимание, стрессоустойчивость, улучшение состояния кожи, волос, ногтей, бля-бля-бля, это естественно, да, раз там полезностей, повышение защитных свойств, адаптация под резкие изменения климата, это то, что мне надо, из мокрой сырой Германии в теплую солнечную Турцию. Мне постоянно тяжело, очень тяжело, честно, мне первое, что я получаю, это головные боли, что туда, что обратно, ну, то есть, да, тяжело очень. Выведение токсинов и аллергенов, ну, слушайте, классно, ну и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта, это вот, девочки, ну кому это объяснять, как не вам, запоры не делают нас красивее, да, так что вот, итак, вскрываем. Открываем обязательно, смотрим, как применять, как пить, это я вам еще расскажу. Так, я всю штуку взяла, уже убрала. Вот такая упаковочка красивая, смотрите. Ой, как настоящая лаборатория, смотрите. Итак, здесь вот такие вот капсулки, которые я буду принимать. И вам все о них рассказывать. Это снова я. Нашла здесь на немецком, потому что здесь написано на английском, на латвийском. По ентому нашла и немецкий. Итак, здесь написано «Einmal täglich», «Eine Portion», also раз в день одна порция. Но это самая высокая доза, то есть больше одной ампулы в день нельзя. И написано с водой, не с водой, без воды. Так, трам-па-пам, трам-па-пам. А нет, написано. Одну ампулку развести в 200 мл питьевой воды в стаканчике. Растворить, помешать и сразу же выпить. А давайте мы с вами это прямо сейчас и сделаем. А когда еще? Итак, я снова с вами. Стакан воды. Все делаем. Отламывается очень удобненько. Открывается тоже. Видите, есть такой хвостик. Я почему знаю, потому что у меня для лица всякие серумы, тоже такие застежечки. Так, только не вылезти. Тебе еще нужен. Раз. И теперь. О май гад. Я думала, оно будет прозрачное. Посмотрите, какое оно. Если оно дает энергию, значит, наверное, будем приходить. О май гад. Я девочка экономная, мы делаем так. Кто так все делает, скажите. Итак, мешаем. Ложечка я не взяла, но я уже не хочу ходить туда-сюда. Делаем по-свински. Котя, давай потом. Итак. Ну, за любовь. Вообще ничем не пахнет водой. Вкуса нет, это очень приятно, я боялась, что нибудь горько и неприятно. Знаете, как пертусин здесь едва ли. Может, что почувствовать, знаю. Принабираюсь энергии. Нет, конечно, ничего не чувствую пока, естественно. Наверное, потом чувствую. Итак,
следующим я тут про детокс надыбала. Сейчас вам расскажу. И снова очки. Теперь расскажу вам, что это такое. Это детокс. Очень интересно. Посмотрите, что я нашла. Значит, формула детокс — это глубокое комплексное очищение организма от токсинов, аллергенов, уменьшение экологического стресса, идеальная подготовка к программе похудения. Вот так. Вам он нужен, если, перечисляем, если вы ощущаете дискомфорт в животе, если у вас сбои склонности к замедлению работы кишечника, если вы в стрессовой ситуации. Про меня. В результате очищения улучшаются обменные процессы, повышается иммунный барьер, в том числе против вирусных инфекций, и расширяются адаптивные возможности организма при стрессе, синдроме хронической усталости. Вот. Будем очищаться, девочки. Сейчас я узнаю, как это принимать. Все очень просто. Дозировка очень простая. По 2 капсулы 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема 10 дней. Это все. 40 капсул. Противопоказание является только беременность, что нам не грозит. Так что начнем. То есть получается 2 раза в день во время еды. Тогда я это разделю на завтрак и на ужин. Наверное, так. Чтобы капсулы от завтрака еще поработали немножко. Перейдем к коктейлям. Так, дети, продолжим урок. Почитала, узнала. Итак, если девушке довольна своим весом и хочет не толстеть, а только поддерживать свои формы, ей нужно заменять только один прием пищи коктейлем. Если же девушка хочет похудеть, минимум 2, а лучше 3. Ну, я начну с 2, потому что я себя знаю, не хочу сорваться. В общем, 2 приема пищи заменяете приемами 2 коктейлей, и будет вам счастье. Итак, рецепт совершенно прост. 1 ложка мерная, та, что внутри как раз, она соответствует 30 граммам на 200 миллилитров обезжиренного молока, конечно. Ну, вода, это, наверное, будет совсем жестоко. Ну, наверное, я начну с молочка, которое не 3%, а 1%, а то и 0,5%. В общем, найдем молочко. Смотрите, это натуральный продукт, понимаете? Это для меня лучший таможенный вот этого всего химического. Если ей нравится, надо все понюхать куриный. Ой, как вкусно! Пахнет, да, вкусно? Все, раз кошке нравится, значит, натуральный микрофон. Так, крышка. Итак, написано. Ложка коктейля на 200 мл обезжиренного молока. Все это взбивается в шейкере. И желательно не оставляется разбухать, а выпивается сразу. Так и написано. Пожалуйста, сразу. Не ждите, чтобы больше был процесс. Итак, начнем, наверное. В общем, сегодня обед я уже протюкала. Теперь у меня будет сегодня ужин вот такой. Я сегодня вместе с вами разбавлю коктейльчик. Выпью на ужин и расскажу вам свои ощущения. Голодаю я, не голодаю, чувствую я, что не чувствую. На утро, естественно, мой поход в туалет мне все расскажет. Ну, теперь я, наверное, пойду себя взвешу. Так, в Турцию я уезжала с 99 килограмм. Вы представляете, 90, бляха, муха, 9. И дальше я по килограмму похудела. Ну, на кило 800. Слушайте, это прекрасно. Итак, запоминаем. Я даже не ожидала. Я была уверена, что я 99 килограмм. Ну, видите, море, жарко, пьешь воду. Это, конечно, все действует. Ой, как приятно. Видите, еще не начала пить коктейль, уже худею. Нет, конечно, бред собачий. Это море, солнце, вода. Фух. Пойду взвешивать, мерить свои широченные талии. Итак. Сейчас многие из вас поймут, почему я надела всякие такие рубашонки-распашонки. Сейчас я вам открою свое самое тайное,
самое мое сокровенное. Никому. Башонки распашонки. Почему? Понимаете, я выхожу. Вот почему. Почему я хочу худеть. Почему у меня вот здесь все вылазит. Что это такое? Талия вроде где-то есть, но где-то очень глубоко. И вот это вот меня очень раздражает. Вот это вот елочка. Что это? Вот это что? Как это отрезать? Как это убрать? Теперь вы понимаете, почему я хочу ходить. Это какой-то ужас. Я когда глянула свое видео, где я такая деловая, у нас в бассейне, получается. Я поплыла, я повернулась, я думаю, боже. Я хотела убрать это из видео. Мой муж сказал оставить. Для потомства. Итак, все, что я нашла, сильно не смейтесь. Метр мой, скорее всего, в Турции. Рулетка мужа. Ну, я думаю, с ней тоже можно. Зрители мои. По сторону экрана. Или в шоке, да? Ты что, кожаная? Ты как так потолстела? Да. Это незаметно. Это так незаметно получается, что вы не представляете. Ну, хотя многие, наверное, представляют. Итак. Пункт. 97. Очень легко запомнить, ровно столько я вешу теперь, да? 97. Обалдеть. Когда-то было 90, 60, 90. Господи. Там я, наверное, не буду. Хотя, плевать. Сколько тоже замерено. Ширина ягодиц. О май гад. Да. 120. Ну, если еще и будет 120, тогда хотя бы пропорции соблюдены, да? Ну прям песочные часы, куда вы делаете? Охренеть. 120, 97, 120. И вес 97. Вес меня, честно говоря, порадовал. Я даже не ожидала. В общем, сейчас я это все запишу. И будем. После каждого видео я буду вам делать видеоотчет по моему похудению. По тому, как я себя чувствую после этих продуктов. Что вообще происходит в моем организме. Что с моей кожей происходит. Все знаете меня, видите прекрасно. Все мои морщинки, все мои пятна, все мои пигментные, все мои загары некрасивые. В общем, вы в курсе всего, так что никто, кто, если не вы, да, заметите какие-то изменения. Так что всех целую, люблю. Пойду готовиться. Приготовлю себе шейкер, по-моему, сейчас. Придумаю себе, чем я это все буду хранить, как это буду с собой брать, если вдруг я где-то буду в дороге обедать. Ну, в общем, меня ждут великие дела, так что до встречи в эфире. Всех люблю, целую. И всем здоровья и красоты.